В этом году аварийный ямочный ремонт начался в Самаре немного раньше обычного. Коррективы внесла погода. Один из первых объектов ремонта – улица Физкультурная. Здесь и интенсивное движение машин, и зимние морозы с регулярными оттепелями испортили асфальт. В январе неустойчивая погода постаралась особенно, поэтому решили не откладывать в долгий ящик ликвидацию ям. Безопасность автолюбителей прежде всего. Ямочный ремонт – первый вид сезонных работ, ведь его технологии можно применять при морозе от минус 10 и выше. Для того, чтобы поддержать дороги в безопасном состоянии до возможности выходить горячим асфальтобетоном, это конец апреля, начало мая, проводятся превентивные меры, это как аварийный ямочный ремонт, ликвидировать отдельные ямы аварийно опасные, обеспечит возможность нормального движения транспорта по дорогам. На Физкультурной по плану в ночь на 11 февраля привели в порядок 100 квадратных метров. Кроме этого ремонтировали дороги на Мичурино и Революционной. А здесь весь везет в кокере, в официальном автомобиле, который поддерживает температуру асфальтобетонной смеси. Именно вот сам принцип термоса, так называемого, и позволяет работать при низких температурах. Данная смесь пластичная, и она не требует необходимого уплотнения. Именно за счет большого снижения битума. В феврале и в марте ямы будут заделаны на общей площади примерно в 6000 квадратных метров. Пока эксперты качеством работ довольны. Смесь проверяют дважды на заводе и на участке ремонта. Также за соблюдением технологии следят кураторы из МБУ «Дорожное хозяйство», подведомственного учреждения профильного департамента. Подрядчик работает без нарушений, то есть карты перед укладкой продуваются. Смесь соответствует требованиям, то есть ориентировочно 210-215 градусов. Ну, при таких погодных условиях в течение 40-60 минут асфальтобетонная смесь остынет, после чего по ней может уже спокойно проезжать транспорт. С наступлением постоянных положительных температур в городе приступит к основным видам ремонта – малыми и большими картами. Затем к комплексному, в том числе по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». С перечнем участков ремонта в рамках нацпроекта можно ознакомиться на официальном сайте администрации Самары. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.